Вот хотелось бы сказать не спасибо разработчикам. Смотрите, вверху мигает, где магия, видите? Мигает очень часто и, честно говоря, надоедает вот это все дело. Прям вот в глаза бьет неприятно. А людям, подверженным эпилептическим припадкам, вообще, наверное, противопоказано было бы такое. Это, знаете, как есть такое... такая проверка здоровья, да, как электроэнцефалограмма, ЭЭГ так называемая, или шапка в простонародье. То есть, когда нужно закрыть глаза, и там разные вспышки света. Вот. Ну, это, как правило, на какой-то работе, вот на железной дороге, допустим, у нас тоже раз в 3 года проверяют. Ладно, если я стою вот сюда...